В 2022 году в селе Юдино будет построен крупный торгово-развлекательный комплекс. В здании разместятся кинозалы, кафе, зоны развлечений и многое другое. Ход работ проинспектировал главгосстройнадзор Московской области. Были выявлены нарушения в части организации строительства. Повторная проверка состоится в срок до 10 августа. К этому моменту застройщик должен исправить все недочеты.